До начала учебного года остается все меньше времени. А это значит, что вопрос диспансеризации и получения медицинской справки в школу или детский сад становится все более актуален. Когда нужно было пройти медицинский осмотр и для чего он нужен, разбиралась Диана Михальчук. Сборы к школе – это не только выбор рюкзака и концтоваров, это также важный этап подготовки, в который входит прохождение диспансеризации. Данный процесс позволяет оценить здоровье ребенка и убедиться в том, что он полностью готов к новому учебному году. Традиционно в августе мы наблюдаем наплыв родителей, которые обращаются за справками в детский сад, в школы. Поэтому в учреждениях здравоохранения организованы дополнительные приемы. Прием ведут медицинские сестры, то есть те вопросы, которые они могут решить без врача. Диспансеризация для детского населения проводится ежегодно. В соответствии с действующим законодательством она проводится преимущественно в месяц рождения ребенка. И срок действия справки составляет 1 год. Поэтому дополнительно для предоставления в детские сады, в школы, в учреждения образования не требуется. Если вы прошли медицинский осмотр у врача весной, в марте, в апреле или зимой, то вы можете ждать еще год до окончания срока ее действия и предоставлять действующую справку. Диспансеризация включает в себя ряд медицинских обследований, которые помогут выявить возможные проблемы со здоровьем на ранней стадии. Диспансеризация детского населения проводится преимущественно в месяц рождения ребенка и включает в себя осмотр врачами-специалистами, врачом-педиатром-участковым, также лабораторные и диагностические методы исследования. При оформлении справки о состоянии здоровья, при поступлении в учреждение дошкольного и общего среднего образования нет необходимости в прохождении медицинского осмотра, так как учитываются данные диспансеризации текущего года, которые были проведены в течение 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в который проводится диспансеризация. Также хотелось бы отметить перед новым учебным годом, что оформление справки о состоянии здоровья дополнительно не требуется. Ребенок может посещать учреждения дошкольного и общего среднего образования на основании справки, которая уже имеется в учреждении образования, до истечения ее срока. Всю необходимую информацию о диспансеризации можно узнать на сайте учреждения здравоохранения, а также на стендах. Лучше всего проходить медицинский осмотр заранее, чтобы успеть решить все возникающие вопросы до начала учебного года. Диана Михальчук, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».